Еще некоторое время назад во дворах многоквартирных домов по улице Московской можно было насчитать 9 контейнерных площадок. На каждой из них было по 4 мусорных бака старого образца, в которые жители близлежащих домов выбрасывали и пищевые отходы, и пластиковые бутылки, стекло и бумагу. Естественно, ни о каком раздельном сборе мусора речь не шла. С получением гранта в рамках проекта реализации местного развития у мусороперерабатывающего завода появилась возможность решить проблему. Работа специалистов Брестского мусороперерабатывающего завода в многоквартирном секторе – связано с системой модернизации обращения с отходами. Эта работа связана с тем, что на сегодняшний момент очень много площадок небольших, и они очень их много, и очень плохой подъезд к ним. Очень часто сами жители своими личными транспортными средствами препятствуют подъезду мусоровоза и забор отходов именно по графику. У нас иногда бывает проблема забрать. Именно поэтому было решено поставить большие современные контейнерные площадки с баками для раздельного сбора мусора. Пока только 6 старых заменили 2 новыми. Такое преобразование позволило не только облегчить подъезд мусоровозам, но и дало жителям возможность выбрасывать мусор раздельно. Кстати, согласно главе 4 закона об обращении с отходами, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны обеспечить сбор отходов и разделение их по видам, если для этого созданы необходимые условия. Так гласит буква закона. Местные жители согласны быть законопослушными. Нас все устраивает, так как здесь все раздельно, стекло, пластик. Детей вот тоже приучаем мусор выбрасывать отдельно, чтобы знали уже. Вот даже мы отдельно пластик собираем, мусор отдельно собираем. Ну, вообще нас устраивает. Хотим обратить внимание на организацию сбора крупногабаритных отходов и строительных. Именно для этих целей устанавливаются специализированные контейнеры. Они имеют гораздо больший размер. Это 10-12 кубов, 6 кубов. Именно там опознавательные знаки, то есть указана информация о том, что для каких видов отходов предназначается данный вид контейнеров. Поэтому хотим просить жителей, чтобы они как сами вели организованный сбор отходов, так и следили за своими соседями. Сегодня в городе Бресте установлены 4 новые контейнерные площадки со специальным навесом. Руководство завода планирует расширять их парк и в дальнейшем. В свою очередь, такая практика положительно скажется как на внешнем виде дворовых территорий, так и на переработке вторичных материальных ресурсов, ценного сырья для промышленности города и страны.